правительстве Ульяновской области прошло совещание с участием губернатора Сергея Морозова, руководителя корпорации развития Ульяновской области Сергеем Васиным и директором ООО «Экотехстрой» Игорем Безденежных. Согласно устоявшемуся правилу последнего времени в режиме видеоконференции. Участники совещания обсудили принципы работы нового комплекса по переработке битумосодержащих отходов в Димитровграде, а также новые технологии для ремонта кровель в регионе. Данный проект небольшой, но интересный с точки зрения экологии. Сейчас при ремонте кровель все, что снимается с крыш, это старый кровельный материал, рубероид, битумная мастика, просто вывозится на свалку и выбрасывается, нанося ущерб окружающей среде. Проект предполагает переработку этих материалов и выпуск из отходов новой продукции того же назначения для ремонта кровель. Уже зима, не зима, и весна, на весну не похоже. Все начинает там протекать, может быть, там обыкновенный, привычный для нас кровельный материал где-то даже не выдерживает. И попытаться использовать вот то, что вы сейчас в технологии применяете. Для нас это будет интересно. Комплекс предусмотрен под переработку до 3600 тонн отходов в год, что позволит исключить вывоз кровельных отходов на полигоны для захоронения битумосодержащих отходов. Димитровград в качестве площадки выбран не случайно. Вам сразу Димитровград и предложили, помимо того, что это территория социально-экономического опережающего развития, где можно все годы получить, в том числе займ, там еще у нас самый дешевый тариф в области по электроэнергии. Соглашение о реализации данного инвестпроекта было подписано незамедлительно, так как он нацелен на экологическое оздоровление территории Ульяновской области.